нравится. Пока не трогаю, но думаю над этим. Позови Серкана. Дай, да. Серкан, иди сюда. Лера, привет. О, самокат. Ой, я аж испугалась. Покушать привезли. Ура. Ой-о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 й
А инсты нету у меня. Нет. Ты как канал написали? Тик-так называется на русском. Да, украшения у меня здесь идет. Ни хрена себе, ты что, 2 пакета заказала? О, салфетки нам нужны. А. Тогда вы можете просто отметить меня тут, и я просто ваше видео перекину к себе в телеграм-канал. Вот, вот, написали. Я без этого жить не могу. А это что? Это игрушка. Ни хрена. А ну. У них теперь такие приколы? Мне подарили игрушку. Это мороженое. Пломбир. Ну, короче, заказали самокат. Вот такую вот игрушку. Пломбирка. Спасибо. Галя, вас как зовут? Галя. Галя. Галина. Галина. Да. Привет. Ой-ой-ой-ой-ой, я не понимаю, что вы написали. Можете кто-нибудь перевести, пожалуйста? Что будете кушать? Ксюшенька, что приготовит, то и будем кушать. Сейчас Ксюша готова, и я пожалуйста. А ты это сказала? Можно я творожок просто с гранолой? Оп. Не в прямом, берем. Они нигири пробовали из самоката? Я вообще просто пробовала. Обожаю. А из самоката я один раз, по-моему, с курицей пробовала. У нас в Санкт-Петербурге появилась кухня на районе. Московская доставка. Я в шоке. А это моя любимая доставка была в Москве. Тут картошка с курицей? И грибами. Я обожаю кухню на районе. Вот это я случайно открыла самокат. Спасибо. Вот еще чистки. Круассанчик Буше. Со сыром. Я ненавижу готовить еду до доставки. Две 1000 рублей кончено. Реально? За 2000. А что ты думал? А он вот этот вот запах. Он вообще какой? Галя, это для дома парфюм. Нет, я знаю. Это малина слива. Я думала, клубника. Это, мне кажется, да, клубника. Ой, клубника. Я смотрю на малиновый и говорю тебе клубника. Да, это мой натуральный цвет волос. Я никогда в своей жизни за все 18 лет не красила волосы. Вы такое себе представляете? А, да. Это мой натуральный цвет волос. Я бы хотела посветлее. Кто самый красивый, добрый, милый? Спасибо. А что ты сейчас будешь делать? Разогревать. Ага. Вопросы на совместный стрим, потому что у меня будет глючить. Покажи себя в полный рост. Не получится сегодня.
Нет, мне никто не предлагал. Ребят, кому не сложно, напишите, пожалуйста, снова мой телеграм-канал. Пожалуйста. Как я сделала такой? Я его сделала за 15 минут или даже за 10, потому что чтобы мне сегодня слишком далеко нужно было просто ехать, поэтому это просто обычные стрелки. И все. Ангелина, привет. Блин, у меня заедает, мне кажется, телефон. Да. Извините. Ой-ой-ой. Извините, пожалуйста, ребята, за то, что у меня заедает эфир. Вот одна из причин, почему я не веду эфиры. Да, у меня айфон, но он очень старый. Вот. Почему учится краситься как-то? Я начала краситься в 17 лет. Правда. К слову, мне 18, да? К слову, мне 18.